Концепция ледникового периода всегда нравилась поклонникам развлекательных передач и фигурного катания. На одном льду сходились профессиональные спортсмены с людьми, которые не имели никакого отношения к этой сфере. Порой звездам ФК доставались партнеры, и на коньки никогда не встававшие. За развитием подобных пар было интересно наблюдать. Сам Авербух невероятно гордится этим проектом, который живет уже много лет. Несмотря на то, что у фигуриста и продюсера хватает своих забот, он всегда готов вернуться к любимому детищу. Однако выяснилось, что Илья Изиславич, как и поклонники ледникового периода, по сути находится в неведении о судьбе передачи. Делая заявление о продолжении шоу, Авербух сослался на руководство Первого канала. Что касается ледникового периода. Низкий поклон Константину Львовичу, Эрнсту и Александру Анатольевичу Файфману, что они пригласили меня для реализации этого шоу. Это проект Первого канала, и все решения о его продолжении в новом сезоне принимает исключительно руководство, высказался продюсер. Так что все еще есть надежда, что зрители Первого канала вновь увидят ледниковый период. И если повезет, одно из кресел жюри займет бессменный эксперт этого проекта. Речь, конечно же, идет о тренере Татьяне Тарасовой, которая сейчас неважно себя чувствует. По словам Авербуха, ледниковый период без Татьяны Анатольевны невозможен. Когда-то продюсер с замиранием сердца просил наставницу принять участие в съемках его шоу. Почему-то Илья Изиславич был уверен, что Тарасова откажется. Однако немыслящая свою жизнь без ФК Татьяна Анатольевна его удивила, она лишь спросила: «Мне точно не будет стыдно смотреть на это». Я сказал: «Мы сделаем все, чтобы вам никогда не было стыдно». И на все номера во всех 16 сезонах ледникового периода я смотрел глазами Татьяны Анатольевны.